Здравствуйте. Я вам сегодня расскажу, как один мой знакомый добавил за 10 дней 10 тысяч подписчиков. Итак, его вариант. Он собирал себе людей, он как крупный лидер, он собирал себе людей проекты. И один раз он заметил, как можно собрать людей довольно быстро. И потом этот способ тоже показывал людям. Значит, что он сделал? Он в топ-лидерсе есть платный раздел, это $10 в месяц. Каждый месяц абонплата $10. Что он заметил? Что основная масса, вот 2000 людей, которые должны добавляться в течение месяца, они добавляются в течение 2 дней. Программа, то есть новым пользователям предлагает вас в течение 2 дней, в общем, активно вас продвигает, и поэтому в течение 2 суток очень быстро происходит добавление в друзья. Дальше уже идет потом на спад, то есть именно эти 2 суток это самый большой актив. Но он подумал и попробовал через 2 суток снова выполнить на $10. И снова в течение 2 суток у него добавилось 2000 людей. Дальше и так пополнял. И в итоге получилось у него за 10 суток 10 тысяч людей. И этот же эксперимент он потом показывал с новым аккаунтом, с чистым показывал людям. Вот смотрите, вот на данный момент друзей нет. Вот такая-то дата, вот такое-то. Сейчас следите за моими постами. В течение 10 дней у меня будет 10 тысяч подписчиков. Вот такая вот демонстрация. Пробуйте, если это вам нужно. В общем, можно пробовать, кому как нравится, кому как хочется. И пробовать собирать еще дополнительно за счет этого свою целевую аудиторию. Удачи!